Погоня за дрифтером собрала толпу зевак на площади перед железнодорожным вокзалом в Лужском районе Ленобласти. Лихач на изрядно потрепанной иномарке гонял с ветерком и выписывал пируэты перед зрителями. Очевидцы снимали на видео, таксисты аплодировали. Однако сотрудники полиции не дали гонщику вдоволь нарезать кругов. Включили спецсигнал и погнались за устроителем шоу. Последний попробовал скрыться, но инспекторам удалось его остановить. Целое шоу! Полиция ловит шумаки.